Хотелось бы предупредить людей, много людей молодых, неразумных, без опыта, многие всю жизнь молодыми, неумными остаются. И сейчас в наше время очень модно везде легализовывать наркотики, легкие, так называемые, не опасные. И вы, наверное, видели все, что в США происходит, где большие города, все улицы этих городов завалены наркоманами, просто забиты. Там сотни тысяч людей, по миллионы уже, наверное, в США валяются обдолбанные по улицам. Как это происходит? Как это произошло? Мафия, наркомафия, конечно, заинтересована в новых клиентах, в бабле, кэшфлоу, все вот эти дела, поэтому они в эти легкие, безопасные, в кавычках, как считается, наркотики добавляют фентанил. И вот люди, которые нет мозгов или опыта жизненного, они хотят повеселиться, как им кажется, употребляют это все и превращаются вот в таких вот зомби, валяющихся по улицам городов. Потом у нас в Европе это явление, к счастью, силу не набрало пока. Очень слабо проявляется, и власти более-менее адекватно ведут себя в Европе, кроме вот таких дыр, как Финляндия, например, где полная жопа с этим, или там еще каких-то углов, там Южная Европа. Но не будем об этом говорить. Самое важное, вы должны понять, что вас везде обманывают сейчас. Если даже в кофешопах, так называемых, в Голландии, вы покупаете что-то, и вам кажется, что это безопасно, это совершенно не то, что вам кажется, вы берете. Потому что вот то, что само растет там стародревние времена, натурально, под солнышком, в земле, это один продукт. А в кофешопе продают совершенно другой. Это очень опасная дрянь, гидропоники выращенные, где там сумасшедшие совершенно дозировки всего, и химии опять же много, и тоже это все очень плохо на вас влияет. Поэтому, если уж вам так хочется, прям сил нет поэкспериментировать, то выращивайте сами для себя. И ни в коем случае ни на улице с рук, ни в каких-то лавках коммерческих нигде ничего не приобретайте, потому что закончится это очень печально. Плохо будет с головой, с мозгами, совсем в конце концов. Либо часть здоровья потеряете, либо будете как вот в США по улице ползать, подыхать как зомби.